Трон, уходи. Шахтили. Фишка не дает. Не дается, не дается. Виндюн пень. Магомед, он с тобой скромно играл все-таки. Надо отдать должное. Я скромно играл. Молча играл. Магомедом я всегда играю скромно. Ну, в конце все равно взорвался. Как взорвался? Не вещайте мне. Все-таки уважение есть. Сейчас бить будем. Хорошенько бить. Бери, бери. Будем, а что ты не берешь? Сейчас. Мы тебя... Абдулла, бить, что ли? В данный момент не будем бить. Ну давай, шахте. Найдем время, когда... Подними, подними, пока мы играем. Ты подними, Харула. Винчай, Лабадур. Лабадур ты. Лабадур натуральный. Хочи. Ход наш. Ход наш. Надо вот так. Конем вперед, наверное. Жаль, я когда снимаю, не могу против подсказывать. Он сейчас пешкой пойдет. Он же сверху. На него идет. Какой пешкой? Я зачем это пешкой? За почему? За качану. За почему? Ты про качан говорить неправильно. Вот качан будет сейчас. Качалай. Бей тоже. Хамзату, я его пору, это говорю. Хамзату. Быстрее бейте. Быстрее не надо. Ох, бля, он коня берет сейчас. Да, да. Он сейчас берет коня. Что беру? Дурдом. Коня взять? Я сейчас возьму его коня. Коня, бери, бери. Взять? На, возьму коня. Дурдом, убирай быстрее, скорее. Он мог здесь забрать, здесь не забрать. Надо, зачем не надо, зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Ты тоже кукурузник, поэтому ты тут. Зять, не говори так, не говори. Ну а что нет, что ли? Вот Кулинский Ахбазан. Центральный же ты забирал? Нет, не надо мне, здесь плохо было. Кулинский Ахбазан, да? Он не знает, что кулях не растет, Ахбазан. Ахбазан не растет кулях. Кулях там есть только сушеное мясо. Ругуджинский Ахбазан. Абдулин. Ну зачем связки? Сейчас хочу. Он пешкой брал и все. Хочу. Конь пропадает. Ходите уже. Бери, я ему шахом заберу. А, Хамзату. Шах, раз. Да. Брать надо, пешку надо брать. Так не договаривай. Пешку пешке брать. Так не договаривай. Пешку пешке надо брать. Пешку взял, он взял. Абдул, молча играй. Вай. И все. Вывали. Абдул, вывали. Вай. Че с ним стало? Просто разорвал. Че с ним стало? Шах тебе. Ты трудин шах тебе. И чё? Вывали, это тоже наш. А, твое, да? И это тоже наш. И эту отдадим. Эту отдадим. Шах с одного возьми, тебе. Потом с ферзя возьми. Но, этот вопрос. Конем защищается? Почему? На седьмую защищается. На седьмую горизонталь. Не, конем защитим. Конем защитим. Иди сюда. Надо было бить шахом, а потом взять ферзя. Да. А что ты сделал? Я не знаю. Что с ним стало? Иди сюда. Стали. Что стало? Иди сюда, говорю. Нет, что стало? Что? Иди, это умеешь. Не, его кто не поймет без бутылки. Без бутылки. Бутылька твоя уже... Не катит. Упал на коня. На которого коня? Не то коня, да. Это убирать пешку. Ну а что делать? Завтра приходи. С хурджином. Мат будем ставить, да? Мат ставит, да? А если... Оставим. Сейчас. Подожди. Давай одну партию доиграем, все. Доигрываем. Я знаю, чего он хочет, но это... Ругуджинский Ахбазан. Но этот вопрос у него... Ну, давай по седьмой улице, да, и у него двое что-то. Абдул. Чего? Ну, сдаваться надо. Масло надо кушать. Масло. Какое? Масло надо кушать, Абдул. Кулинское масло ты предлагаешь? Ругуджинское. Кулях не Ахбазангер. Масло. Масло. Кулинское. Сейчас его надо эту ладью убрать. Удвоил, не бойся, удвоил ладьи. Удвоил ладьи, не надо. Где? Вот удвоил, все, зачем это надо?
Это мне зачем? Зачем? Он рассчитывает, рассчитывает на этот шаг. Ах, да. Он на этот шаг. Там Брахман его играючи, слушай, этот обделал. По-моему, они договорились. Как договорились? Ты что, меня... По-моему, договорились они. Не мог так и что, он этот Ахбазани... На седьмую горизонталь выходил уже. Сколько можно ждать? Дырку тоже заодно сделай. Иди сюда. Дырку. Давай бери здесь на ладу. Ой-ой-ой. Сейчас, оказывается, это здесь было, надо было... Надо было. А почему это ты думаешь? Надо было. Подожди, я сейчас у него возьму. Бери. Гидаберинц. Ладно, уйди. Вышел, да. Вот это вышел. Седьмая это не надо. Тот вышел, тот. Седьмая. Этот вышел. Он уже принципы включил. И тут видишь, что? Все сюда идите. Вай. Можите иди сюда, как Абдул проигрывает. Абдурахман, вам озвучиваю вам аварскую поговорку. Если, говорит, не успокоится победителем, успокоится проигравшим. Иди сюда, говорит. Что это? Иди сюда. Матильда. А, Матильда? Ну, иди сюда. Давай, на Амин. Амин, нельзя. Там же кон стоит. Давай мы его окучивать будем. Слон на слона. И что ты хочешь? Оставь меня в покое. Да. Слон наладил. Слоном сюда. Я выйду туда. Да, давай. Слоном наладил. Давай вот так сыграем. Конь должен переключиться. Абдул, отказался. Думаю, пеш. 5000 не хочу говорить. Да. 5000 не хочу. Слон не проиграет. Слон на полном пешке. Абдул, ты? Ты уже дохлый. Абдул, какой ты гигант, Абдул. Посмотрите на него, это так называемая картина. Сдувшийся гигант. Гигант, который сдулся. Ага, бери, грелка. Должен, почему нет? Берешь ты. Пешку сейчас двинется, как сволочь. Смотри, пешку время. Пешку не двигай. Забери эту пешку, сзади стань. Зачем туда? На пешку надо было. Сейчас. Все будет. Абдулла раздели. А что? Абдуллатип. Абдулла раздели. Что Абдулла? Абдуллатип. Абдул сам играет на раздевании. А что он Абдулла раздевает? Абдул, чем? На ферзь идет твоя пешка? Сейчас берет. Твоя пешка на ферзь идет? Думаю, вот он берет же два раза. Да? Ну ладно, посмотрим. Я обе заберу. Давай, еще один. Вай, аквай, яйзан, ян. Неужели эта грелка выиграет еще? Все. А сюда нельзя один раз? Можно. Даже нужно. Даже нужно туда. Он же идет туда. Вы не сдаетесь? Ну? Да. Быстрее играет, Брахман. Еще быстрее. Ладно, еще. Брахман. Еще быстрее. Пиши письма. Закрой вот так. Все, иди на ферзь. На ферзь иди. Конечно, иди. Вот еще так. Раз. Все. Красавчик. Шах. Кому ты подсказываешь, Мажит? Гиганту. Уа, он сюда пришел. Все, ничего, держись так. Хвост пистолетом держи. Что он туда? Что бывает? Два раза быстрее играет, Брахман. Что ты сделал, слушай? А что, будет? Шах тебе. Отлично. Еще шах тебе. Отлично, гигант. Отличный гигант. Шах. Тронул. Вот так, шах тебе. Закрылся. Еще шаг. Сюда уходи, ничья. Быстрее. Сюда уходи. Пешка же там нельзя была. Это что это под шахом поставил? Ферзя не стал. Иди по пиццу. Поехали.